Очень многие не догадываются, что с плохим освещением нельзя качественно снять флаш-видеоматериал для публикации в интернет. Если вы хотите снимать еще и профессионально и создавать качественные флаш-видеопрезентации, то вам просто жизненно необходимо знать, какой свет и как его грамотно использовать в своей квартире при ограниченном бюджете. На самом деле, тонкостей, хитростей и нюансов здесь очень много. Итак, мы записали для вас видеокурс вживую, где показали, какие именно приборы использовали, и показали на конкретных примерах профессиональную постановку света для флэш-видео относительно персонажа. Более того, мы сделали из комнаты флэш-видеостудию за несколько минут, которую вы также можете сделать в бюджетном варианте. Теперь это может себе позволить абсолютно любой, как начинающий, так и профессионал. Таким образом, после прохождения нашего курса вы сможете снимать не только персонажей студийно с правильным освещением в домашних условиях, но и качественно снимать таких персонажей для дальнейшего хромакея. Встречайте видеокурс Flash Video Light Studio Professional.